Здравствуйте, друзья. Вот философский вопросец у нас. При СССР я постоянно задавал себе один и тот же вопрос. СССР и США имеют примерно равное количество населения. Ну, примерно равное, да. СССР имеет больше ресурсных запасов и территорию. Другими словами, с точки зрения оценки политэкономии, не только Карла Маркса, но и западных экономистов, СССР должен иметь гораздо большую экономику и процент в мировой экономике. Ну хорошо, так. Но этого не было. Сейчас-то я знаю, что ответом есть законодательная система в стране. Ну, не бесспорное утверждение. А законодательная система – это все же общество, как записано во всех конституциях бывшего СССР, да и в США. Но возник другой вопрос. Если посчитать, сколько человек с бывшего СССР, например, 1975 года по настоящее время эмигрировало в США, то это огромная армия, которая должна была повлиять на общество в США. Почему огромная армия эмигрантов из СССР в США не сделала из США второй СССР? И наоборот, если эта армия эмигрантов продолжила строить успешные США как систему демократических законов, то почему эта армия, находясь в СССР, не смогла или не захотела построить успешные США в СССР? А как закрутили-то? Теперешняя Россия по основной структуре – федерализм. По сути, те же Соединенные Штаты. О как! Федерализм. Если говорить об эмигрантах в США, то тот же вопрос касается иммигрантов абсолютно из всех стран. Например, Ирана, Сирии, Индии, Китая. Если сравнивать на одного жителя и других стран с низкой демократией и экономическим развитием, почему все эти неудачники на своей родине не превратили США в страну иммигрантов-неудачников? Я наблюдаю и обратный эффект, это по скрипту. Когда иностранцы приезжают в страны бывшего СССР, то они не строят здесь кусочки своих стран, а продолжают строить бывший СССР, становятся коррупционерами, взяточниками, взяткодателями, используют свое служебное положение для незаконного обогащения, занимаются кумовством и прочими гадостями советского и постсоветского общества. То есть успешно вливаются, так сказать. Ну хорошо, вот такой вопрос. Давайте попробуем. Тут, конечно, очень много всего. Ну давайте попробуем. Я боюсь так по памяти не все упомню, но давайте мы начнем вот с чего. Со ссылки на то, что если страны имеют примерно равное население и примерно, что там еще, какие-то ресурсы равные, там, то вроде бы они должны и как-то экономически равно состояться. А тем более, что у России ресурсов больше, там и минералы всякие, я не знаю, там чего там только нет. Хотя надо сказать, что США страна не обделенная ресурсами. Мы это видим сейчас и не только по нефти и газу, но тут здесь, и, скажем, и каменного угля, совершенно неограниченные запасы там и так далее. Тут кое-что есть тоже. Дело не в законах, конечно. Дело в том, что, ну, там много факторов, но в частности система. Если система сделана так, чтобы придушить производительные силы, то они, стало быть, в придушенном состоянии, и ну, никакой производительности там не будет. Законы могут быть любые, но их можно выполнять или не выполнять. В качестве такого замечательного примера можно привести, например, Конституцию СССР 36 года, где абсолютно все там права человека, мыслимые и немыслимые, самые лучшие были прописаны, и там и слово, и свобода слова, и собраний, там и бог знает чего, и право на труд, но в итоге-то что было? Концлагеря, понимаете? Поэтому записать законы мало. Значит, следующий момент состоит в том, что в известном смысле просторы российские, это же и экономически-то проблема. То есть одно дело, когда вот мы живем, вот тут все на пятачке, у нас ресурсы на пятачке и так далее. Это все очень экономично. Но когда у тебя ресурсы за полярным кругом или в глухой тайге, и добраться до них очень и очень тяжело, это все равно, что их нет, как бы, этих ресурсов, потому что невозможно поднять эти деньги. Таких денег нет. Я помню, вот в наше время такие были мульки идеологические, что вот, мол, у нас так много богатств, что Запад, он только вот и мечтает до них добраться.
Вот отдайте их сейчас Западу за бесплатно, вы увидите, что у них нет сил поднять. То есть, как-то говорят, ну я утрирую, может быть, немножко, но, как говорят, за морем телушка, полушка, да руки перевоз, понимаете? Вот этот перевоз, он очень дорогой. Поэтому сказать, что в географическом плане там и так далее, Российская Федерация или там СССР как-то так лучше расположены, вот территории много, поэтому лучше, я так не могу сказать. Кроме того, плотность населения, да, значит, вот за Уралом, где-то я слышал такое, в какой-то передаче я недавно смотрел, говорит, что за Уралом живет 16 миллионов человек. Это чуть больше там 10% населения Российской Федерации. Так а как же население-то поднимать будет это все? Вот там, как раз там, где ресурсы-то. Поэтому я бы не сказал, что это как бы что-то такое очевидное. То есть я сказал, что оно не только не очевидное, но противоречиво. Следующий момент состоит вот в чем. Соединенные Штаты формировались как государство из населения этого государства, в частности. Не только конституция, там законы и так далее, но в частности население. Из оппортунистов, людей, которые искали вот эти opportunities, они уезжали из одного места для того, чтобы приехать туда, где можно развернуться. В то время не было велфера, не было социальных пособий. Как бы все люди жили и выживали сами по себе. Поэтому произошел такой, я бы сказал, генетический отбор. Понимаете? То есть люди, скажем, больные, там, инвалиды, там еще какие-то, они остались там же, где были. А здоровые, крепкие, энергичные и так далее, они поехали сюда. При том, что разный народ ехал. И авантюристы, и уголовники, и кто угодно, но все-таки. Значит, поэтому такой генетический отбор произошел. И не только генетический, но и нравственный. То есть как бы ехали люди определенных религиозных убеждений, и вот они создали ту основу, которая до сих пор в обществе существует. Понимаете? Так что сложнее все намного. Теперь, почему иммигранты, приехав в какую-то страну, это основной вопрос, я так понимаю. Значит, почему иммигранты, приехав в какую-то страну, не подминают ее под себя? И второй момент, почему люди, которые никуда, скажем, эти люди, если бы они не уехали никуда, почему бы они свою страну не сделали лучше, вот, допустим, да, не сделали бы ее такой, как та, в которую они уезжают, это же те же самые люди. Значит, я думаю, что снести можно абсолютно любую страну, любую цивилизацию, и тому было немало примеров в истории. И если мы, например, посмотрим на, скажем, что случилось с Древним Римом, что случилось с Древней Грецией. Вот это самое и произошло. Пришли люди, подошли там, как бы, да, можно назвать иммигрантами. Вот, значит, подошли люди и снесли все. Там, конечно, не всегда было мирно, там были какие-то завоевания там и так далее, но варвары уничтожили и Рим, и Грецию. Ничего не осталось. Посмотрите, как выглядят итальянцы и греки сегодняшние, и посмотрите, как там выглядят скульптуры, там, скажем, античные. Это другой народ совсем, это ничего общего-то нет. Поэтому, если мы в сегодняшнем мире посмотрим, тоже иммигранты привносят очень много изменений в те страны, в которые они попадают, но вот есть некоторая критическая масса, которой нужно достичь, чтобы страну превратить, вот, скажем, в ту, из которой мы приехали. Когда там говорится, что с 75-го года какие-то, я не знаю, там, чудовищные там массы выехали в США, например, да нет, что там, что там вообще? Если мы смотрим на 75-й год, вплоть до, ну, допустим, там, конца 80-х, начала 90-х, ну, хорошо, если там вместе там выехало 1200-300, не больше. Вот, то есть совсем небольшое количество людей. Если мы посмотрим на иммиграцию, вот эту волну 89-й, 90-й, 91-й, 92-й, вот там, ну, может быть, я думаю, может быть, пару миллионов за это время выехало.
пару миллионов. Причем эти пару миллионов распределились между Израилем, который, наверное, гораздо больше народа получил, чем, например, Соединенные Штаты или Канада там, или так далее. То есть речь идет об очень-очень небольших количествах людей. Вы не услышите особо русской речи там нигде по Америке, если вы только не попадете в несколько там, в несколько больших городов. Так. Что-то у меня тут в машине гудит. Даже не знаю, что сказать. Такого еще не было. Да, в несколько больших городов. То есть не то, что вот так много... Нет. Но если мы вопрос возьмем в стороне от конкретно наших соотечественников там и так далее, то... А вообще, в принципе, да, вот иммиграция и как она меняет страну. Вы, наверное, знаете, что в начале 20-х годов была перекрыта иммиграция там, на 30 лет, на почти 30 лет. Соединенные Штаты перекрыли иммиграцию, потому что за буквально там лет 30, ну там 35, население страны кардинально изменилось за счет чуждого элемента католиков, в основном католики и достаточно много евреев тоже. То есть это не были белые там, ну белые, но протестанты, да, это не были протестанты, это были католики. В общем-то, достаточно враждебный для Америки элемент, такой неприемлемый, от католиков спасались, бежали. И вдруг Польша, Ирландия, Италия как рванула, мама родная, и страна перестала быть тем, чем она была. Это стало так много народу, что вот понадобилось там 30 лет, чтобы все это более-менее переварить, интегрировать в страну, вот, и как-то вот новое поколение. То есть нужно время. Понимаете, если бы критическая масса вот эта была превышена, или, скажем так, достигнута, да, была бы достигнута критическая масса, то Америка могла бы очень и очень сильно измениться, ну, еще больше, да, то есть она и так изменилась, но могла бы измениться еще больше, может быть, это непоправимо и так далее. То есть вот эта мера по ограничению иммиграции, вот она, может быть, она спасла страну от того, чтобы стать чем-то совсем-совсем другим. Дальше мы смотрим существенный элемент в иммиграционной политике. Это реформа 66-го года, по-моему, брат Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди, недавно, ну, относительно недавно умерший, хотя уже, да, прошло уже, наверное, лет 7. Сенатор Эдвард Кеннеди, он как бы стоял во главе этой реформы иммиграции, и на смену такой дискриминирующей системы, где были такие уровни желательности, вот сначала там шли скандинавы и англичане, потом Центральная Европа, потом Южная Европа, потом там китайцы, евреи там и так далее. Вот. Короче, вот как-то так сортировали на желанных или не очень желанных. То здесь поставили в углу совершенно другие, во главу угла совершенно другие принципы. И вот с этой реформы, начиная до сегодняшнего дня, то есть это мы говорим про 50 лет. За 50 лет в Соединенные Штаты приехало 100 миллионов иммигрантов. 100 миллионов иммигрантов. Вот сейчас население 330, да? Вот, значит, а приехало 100 миллионов. Я не хочу сказать, что все они живы, но есть еще их дети и так далее, и так далее. Вот 100 миллионов иммигрантов. Соответственно, это очень-очень большое количество людей, чудовищно большое количество людей. Но все-таки это происходило в течение 50 лет. Вдруг стало много людей из Индии. Причем это стало много, ну, скажем так, последние 20 лет. Из Латинской Америки, из Китая, из Африки, там, из самых разных стран. И Америка вдруг, ну, вдруг, за 50 лет, она стала многонациональной такой, гораздо более многонациональной, она стала более толерантной, она стала, как бы сказать, такой интегрированной, что ли. То есть вы можете быть кем угодно, и всем, в общем-то, пофигу. Ну, как пофигу, ну, все рады, ну, то есть никто не против, так как бы нормально. То есть было время, когда было против, было время, когда человек, который не такой, как мы, вызывал отторжение. Вот я читал книгу Ли Айкока, есть такой человек, он был
президентом Форда, Крайслера в разное время. И он итальянец сам. И вот называется «Карьера менеджера». Я боюсь соврать, как его книга называется. В общем, он из итальянской семьи. И он рассказывал, что когда он в школу ходил, и мама ему с собой пиццу давала, так над ним смеялись. И страна пережила это все, переварила это все и вынырнула там, где вот она сегодня находится. Но она изменилась. То есть иммиграция, безусловно, изменила страну. Но опять все определяется тем, вот достигнута ли критическая масса каких-то изменений, которые могут произойти или там не могут произойти. Я могу сказать, что мы часто видим кампании, в которых нарушается вот этот баланс, и не на уровне страны, но на уровне компании. Вот есть компания, и там, допустим, там, ну, не буду называть компанию, большая очень компания. Когда-то там разный народ работал, а потом так худо-бедно стало процентов 70-80 из Индии выходцев. И в этот момент, в течение там года-двух, у меня там знакомая работает, а в течение года-двух там практически все белые ушли оттуда. Не потому, что они к выходцам из Индии плохо относятся, потому что эта компания перестала быть американской. Понимаете, там стали другие правила, там стали другие отношения и так далее. Я работал вот в 6 компаниях, так, ну как сотрудник, да, работал в США в 6 компаниях. И я хочу сказать, что до тех пор, пока хотя бы половина, или может быть там, ну знаю, там треть сотрудников это американцы, они держат вот это все американским. Если вы придете в компанию, и компания русская, или компания индийская, или компания китайская, вы очень хорошо это на себе почувствуете. При том, что, безусловно, Америка на них влияет. Безусловно, все эти люди успели поработать в нормальных американских компаниях. Они как бы понимают и эту культуру, и ту культуру. Они понимают, но ты от себя не можешь уйти. Если ты иммигрант в первом, так сказать, поколении, ты несешь в себе, вольно или невольно, ты несешь в себе нечто. И вот там, где слишком много русских, вот достигнута критическая масса. Да? Вы будете работать, я не скажу, как в России. Нет, это не так. Но это не будет американская компания, и вы это хорошо почувствуете. То же самое с выходцами из Индии, то же самое с китайцами и так далее. То есть происходит взаимное такое влияние. Взаимное. То есть Америка влияет на них, они влияют на Америку. Но вот есть критическая масса, поэтому я думаю, что которая может изменить. Поэтому вопрос этот звучит так, может быть, остро, только потому, что человек преувеличивает масштабы иммиграции. То есть иммиграция есть, но, в общем-то, эти люди ничего такого кардинального изменить в таких количествах, как они приезжают, не могут. Мало того, они радостно пытаются влиться и подстроиться и изменить себя. Ну, не то, чтобы им хочется себя менять, но им хочется жить вот этой жизнью и быть органичной частью вот этой жизни. И дети их уже в этой жизни. Поэтому они не пытаются сломать систему, они не пытаются ее подмять. Там, где достигается критическая масса русского, индийского, китайского, филиппинского и так далее, это не потому, что они хотели достичь этой массы и угрохать американское. Это произошло просто само по себе произошло. Вот так получилось. Вот, например, у меня есть знакомая, она работает в госпитале, там, медсестрой. И в госпиталях, вот то ли в том, где она работает, то ли в целом это как бы по стране, я не знаю. В госпиталях много народу из Филиппин. Там... Ну, тому есть много причин. То есть вот медсестер с Филиппин везли прямо тут, не знаю, эшелонами. И их очень много, действительно много. Но дальше выясняется, что у них там как бы... Вроде бы они в американском госпитале. И вроде бы правила американские. И вроде бы как вот должно было бы быть как в Америке. Но при этом выясняется, что там, скажем, есть какая-то круговая порука. И, допустим, если тебе вроде бы и положено там, скажем... в хорошую смену работать, но ты будешь работать в плохую, потому что ты не в этой группе. То есть они как бы они устраивают эти дела. Еще раз, но если бы у них был нормальный американский менеджмент, американский, который не позволил бы этого делать, это было бы американским учреждением, поскольку американского менеджмента уже нет, а есть вот какой-то вот такой совсем свой, американский куда-то сдвинулся.
Или может им пофигу, я не знаю, что там, механизмов этого мы не знаем. Но мы можем сказать, что это имеет место, это происходит. Но это происходит не на уровне страны, а это происходит на уровне, скажем, каких-то предприятий. Да, мы это замечаем. Но мы это замечаем, скажем, в Кремниевой долине, где очень много людей из разных мест, где очень много иммигрантов, где по отдельным профессиям, тут где-то я статистику видел, в связи с иммиграционной политикой вот будущей администрации, и вот там писали, что в Кремниевой долине там по многим категориям, там типа математика, там физика, там еще что-то, 60 и выше процентов людей иммигранты в первом поколении. Знаете, но в целом по Америке такого особо нет. Это не то, чтобы это как-то повсеместно было или очень широко распространено. Так что вот такой ответ. Безусловно, можно сломать любую разумную пропорцию, и страна перестанет быть тем, чем она была раньше. Следующий вопрос. Будет ли это уже такое плохое место, или может быть ничего страшного? Я не знаю, но трудно судить, вот что было бы там, если бы варвары не снесли Древнюю Грецию, Древний Рим. Можно только предполагать. Так что не знаю. В общем, такая история. Ну и, конечно, я по максимуму могу просто поделиться тем, что мне в голову приходит, когда я такой вопрос слышу. Но кто знает, друзья. Счастливо!